В Северном Казахстане за двойное гражданство к ответственности привлекли 92 человека. Практически все они россияне. Об этом стало известно в ходе видеоконференции полицейских региона с коллегами из соседнего государства. На селекторной связи находились представители Омской, Тюменской и Курганской областей. По словам стражей порядка, в основном факты двойного гражданства устанавливают при оформлении документов, удостоверяющих личность, нотариальных сделках, пересечении государственной границы и снятии пенсионных накоплений. Заинтересовал россиян и опыт казахстанских коллег по созданию местной полиции и совмещению дорожной и патрульной служб. Говорили участники телемоста и об автоугонах. С начала года в спеццоне Петропавловска зафиксировали уже 3 угнанных в России автомобиля. Для эффективного выявления необходимо создать оперативные группы по обмену информацией между приграничными регионами, считают правоохранители. Для того, чтобы могли моментально просматривать те же угнанные автомашины, проверять. Но такие встречи, если сейчас решат у вас вопрос с определением офицеров связи, которые могут официально уже созваниваться друг к другу по телефону, по звонку решать эти вопросы, я думаю, это повысит большую эффективность в раскрытии преступлений, в расследовании и, конечно, в профилактике.